Мы хотим ремонт, мы хотим содействовать, помогать в ремонте, мы хотим сделать все красивые ларьки. Вы расписываетесь, чтобы нас не сносили. Скажите, пожалуйста, что-нибудь. Ну, что хочу сказать, здесь постоянно с ребенком ходим. Ребенок здесь у нас покупает в ларьках вкусняшки. Ну, чтобы не закрывали здесь, потому что много чего для ребенка есть. Мои дети здесь обеспечиваются. Я многодетный вдовец. Трое несовершеннолетних. Главное, чтобы был порядок. Не закрывайте. Вот с детьми выходит и приятно даже, и спокойнее. Охрана у нас стоит постоянно круглосуточно. Спасибо. Скажите, вы против сноса ларьков? Нет, 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 я не против. Пускай остается. Пускай делает ремонт. Зачем будки еще человека убирать, сколько расход? Рабочие места. Конечно, рабочие места. Мне все нравится, меня никогда не грубили. Я вот мне нравится. Вам хорошо, это безусловно. Вам хорошо деньги зарабатывать. Ну, я же так падать. Так мы же не против, чтобы делали ремонт. Пусть делают ремонт. Только нас что могут вас оставить. Вы что? Кто оставит? Вот именно их убирать. Вас тоже совсем не убирают. Да, поэтому мы против вас. Это еще пока неизвестно. Уже известно, что деньги семьи поднимают. Понимаете это? Нас хотят спустить. И здесь мы ставим землю. Смотрите, я упала прямо спиной. Спину сломала. Ремонт это пусть пусть не убирают. Снег не убирает, грязь постоянно. Ну, где грязь-то, Васильевка, чистая всегда? Ничего подобного. Как это? Мы оплачиваем дворников, мы оплачиваем охрану. Значит, вам нравится ходить куда-то? Прямо в лесе это все хорошо. А у нас не близко. Брюшатки там. Вы что? Мы за ремонт, что приедем. Как санитарно, где уже чистота, порядок? Сейчас чистота, порядок, приятно просто даже проходить сейчас здесь, нормально. Сейчас изменения только в лучшую сторону произошли, дай Бог, если и так дальше будет, надеемся, что все вы нас не подведете, это наше доверие к вам. Да, все, до свидания. Удачи вам, до свидания.